Здравствуйте! Вице-президент Федерации биатлона Петербурга Андрей Кириленко рассказал о том, будет ли он помогать Дмитрию Малышко с подготовкой к новому сезону, поскольку спортсмен выбыл из основного состава сборной России по биатлону. Кириленко отметил, что сегодня находится в состоянии, не позволяющем кого-то спонсировать. «Давать надежду людям, что я помогу, это будет неправильно. Сказать, а потом не сделать», сказал вице-глава Федерации. Сколько требуется денег на индивидуальную подготовку биатлониста такого класса, как Малышко? Примерно 5000 рублей в день. На 20 дней плюс еще переезды. Это где-то 150 тысяч в месяц, отметил Кириленко, подчеркнув, что таких месяцев в межсезонье 6, поэтому сумма выходит достаточно большая. Отметим, ранее Андрей Кириленко помог с подготовкой к сезону Екатерине Юрловой-Перхт, когда она выбывала из сборной России. Да, мы согласны с вице-президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга в том, что на подготовку любого спортсмена требуются немалые средства. Но иначе и быть не должно. Спорт не только трудная работа, но еще и очень затратная. Самое главное это то, что при таких затратах должна быть, как мы считаем, конечно же, и большая отдача. То есть мы имеем в виду хорошие результаты спортсмена. Мы заметили, что последние выступления Дмитрия Малышко, конечно, не были, скажем так, удачными. Не хватало скорости, подводила стрельба, не видно было у него спортивного азарта. Мы согласны с тем, что у каждого спортсмена есть взлеты и падения. Как ни трудно это признавать, но выступление Дмитрия Малышко больше, к сожалению, было неудач, чем хороших выступлений. Однако все равно мы почему-то сожалеем о том, что он все-таки не попал в сборную России. Все-таки привыкаешь к тому, что в мужской сборной звучат знакомые фамилии спортсменов. Но это опять же только лишь наше личное мнение. Согласны ли вы с нами? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!